пятницу в Самарской области будет облачно. С прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется в пределах 22-25 градусов днем, ночью плюс 17, плюс 19. В Сызрани пасмурное небо, но без осадков, днем плюс 24 градуса, ночью плюс 18. Ветер западный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, утром пройдет небольшой дождь, плюс 23 градуса в дневное время, ночью 19 выше 0. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ожидается малооблачная погода, пройдет небольшой дождь. Дневная температура 23 градуса тепла, ночью плюс 16. Ветер западного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Температура воды в реке Волга 20 градусов. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.